Группе «Алдавай» в последнее время не везет в поездках. Летом мы сообщали, что их концерт в Шымкенте закончился тем, что они не могли попасть в свои гостиничные номера, и им некоторое время пришлось ждать, когда найдутся их ключи. Теперь же, спустя несколько месяцев, они снова угодили в историю. Шокан Маратолы собрался лететь в Атырау, но не тут-то было. Как оказалось, его посадочное место было занято, из-за чего рейс отложили. На борту, которым я влетаю, оказался лишний человек. Его, конечно, нашли и сняли с рейса, но он оказался моим однофамильцем, Маратолы Шоканом, вследствие чего и произошла ошибка в системе. До этого я думал, что нет моих полных тесок. Удивился Шокан. Надеемся, что эта ситуация не скажется на поездке.